А мы находимся на финале студенческой баскетбольной лиги. Болеем за нашу команду, смотрим. Как вы оцениваете сегодняшнюю игру нашей команды? Круто, мне очень понравилось. Ребята красавцы. Я не могу себя назвать фанатом баскетбола, но сегодня я понял, что я буду ходить чаще. Чего, собственно, вам и рекомендую, господа. Не сидите дома, приходите сюда, смотрите баскетбол. Понравился ли вам матч сегодняшний? Ну, я считаю, что ребята молодцы. Они показали себя с лучшей стороны и с таким перевесом победили. То есть фактически играли, наверное, не хуже, чем команды высшей лиги. Потому что тут есть игроки с высшей лиги. И я им очень благодарен. И большое спасибо и поздравления от ректората и от всех, кто болел. Скажите пару слов о сегодняшнем матче. Ну, вы знаете, на самом деле очень неожиданно было для меня попасть сегодня на баскетбол. И неожиданно, что именно на матч Николаевского университета кораблестроения. Очень приятно, что ребята выходят и побеждают. Я желаю им только успеха в дальнейшем. На финале обязательно буду. Ну, мне кажется, что они должны пройти в финал, несмотря на то, что говорят много сильных команд. Но мы будем болеть за Николая. На самом деле на нас лежит очень большая ответственность, все-таки домашний турнир принимаем. Это, ну, действительно важно для нашего города и для нашего института в целом занять первое, второе место, чтобы квалифицироваться в финал, который пройдет 24 мая в Киеве, 28-го, и приедут самые лучшие команды университета. Я скажу про наши шансы. У нас очень хорошая команда, есть игроки из Суперлиги Николаевского и команды с высшей лиги. И у нас очень хорошая подготовка в плане тренеров. У нас два очень хороших тренера. Один из них, который баскетболист масштабов не то что даже Украины, а даже Европы в свои года. На данный момент это тренер наш Александр Раевский. Также у нас помощник Александра Раевского, это тренер, можно сказать, очень известный в Николаеве. Это тренер Сергей Вадимович Петренко, который нам помогал, все это время нас тренировал. Мы очень хорошо подготовились и надеемся победить на этих соревнованиях.